сейчас будет не да будет не. Ой, ребята, получу я сейчас вполне. Короче, разбила папин айфон я. Мамочка, пусть будет лучше, это сон, это не я. И что сказать, и что делать, не знаю. Какую отмазку придумать, не понимаю. Короче, девочки, мне полная-приполная жо. Что же я наделала, что же это все? Блин, короче, ищет по квартире его. Лера, ты не видела? Кого? Кого? Мой телефон. Нет, был мой ответ. Набери меня. Только, нет. Что? Да нет, папа, ничего. Я говорю, набираю, а ответа нет. Полный бред, тише. Я слышу, музыка играет. Это сосед на стенку рэп читает. Читает? А я не слышу. А я слышу. Лера, я не дурак, это мой играет. Вот точно так. Ну все, сейчас будет полный драк. Где же ты играешь? Где же ты здесь? Где же ты играешь? Где же ты здесь? Где же ты играешь? Где же ты здесь? Где же ты? Где же ты? Твою мать, что это? Папа, это не я. Кто это? Я не хотела я. Лера, я повторяю, что это? Я не хотела. Лера, блин! Он лежал в кресле, ты только не кричи. Я случайно села, а он возьми и тресни. Лера, это просто жесть. В общем, все, у меня эмоции. Ну как так можно сесть? Короче, все, могу сказать, что ты наказана. Короче, все, твоим поступком все доказано. Сказала сразу, папа, извини. Разбила твой айфон случайно, ты меня прости. А ты вообще без совести, дошла до крайности. Папуля, ну прости. Все, довольна этих шалостей. Протупил. Ложи, давай я смотрю. Ну протупил, давай. Да сколько же тупить можно? Да ладно, ты типа не тупишь, давай, включай. Вот я не туплю, я ни одного раза не ошиблась. Да ладно, давай, все, поехали. Камера, съемка. А если бы я тебе реально разбила телефон? Реально телефон? То я бы тебя сразу был так заморозил. Так, да я шучу. Нет, ребят, конечно бы нет, было бы все нормально. Взял себе прическу и спал. Разбила так разбила, а что ж ты сделаешь? Ну да, он реально все треснутый. А вот весь прикольчик. Нет, весь прикол. Почему он треснутый, ребятки? Мы его специально треснули. Мы его специально просто сделали. Вот такую вот штуку, которая полностью вся. Полностью вся. Папа. Все, у меня теперь новый iPhone. Ай. Папа, а теперь бери мне и делай прическу. Ну как вам это видео, а? Это вторая часть наших отмазок, да? Если вы не видели первую, обязательно посмотрите отмазки «Папа и дочка читают рэп». А это вторая часть. Ну что, если вам понравилось это видео, что, конечно, ставьте пальчики вверх. Пальчики вверх и обязательно, самое главное, поделитесь это видео со своими друзьями. Окей, ребят, мы вас очень сильно любим. Смотрите все наши видео, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, да? Для чего? Чтобы получать уведомления о наших новых видео. Обязательно это сделайте. На колокольчик возле кнопочки подписаться. На наш инстаграм мы проводим там часто трансляции. На наш мюзикл подписывайтесь. Мы там тоже делаем трансляции. Да, мы там очень много. Каждый день мы делаем трансляции, снимаем комедийные ролики. Так что, ребятки, до следующего видео. До следующего рэпа. Пока!